Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков проверил ход реконструкции важного объекта спортивной инфраструктуры Звенигорода – стадиона «Спартак». Из областного бюджета на проведение работ уже выделено 44 миллиона рублей. Как отметил парламентарий, стадион станет еще одной визитной карточкой Звенигорода. Объект должен быть сдан в сентябре 2022 года.